Я Новикова Ирина, специалист библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Хочу поделиться с вами мыслью Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания» Федора Михайловича Достоевского. Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся. Также меня поразила идея Версилова Андрея Петровича из «Подростка» Федора Михайловича Достоевского. «Друг мой, любить людей так, как они есть, невозможно, и однако же должно, и потому делаем добро, скрипя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза, последнее необходимо, переноси от них зло, не сердясь на них по возможности, пометуя, что и ты человеком».